Мы приветствуем всех у экранов телевизоров. Вы смотрите программу «Вам слово» в студии Максим Мельников. Подходит к своему завершению 2015 год. Чем он запомнился? Событий было много, но главное из них останется навсегда в памяти наших жителей. Я говорю о 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что мои сегодняшние гости со мной согласятся, потому что они одни из главных людей, которые на протяжении всего года уделяли и уделяют этой дате много внимания. Именно о том, как ее встретили в Нахабино, мы сегодня и обсудим. Я с удовольствием представляю вам Надежду Стебунову, начальника Нахабинского отдела культуры, и Нину Орлову, первого заместителя председателя территориальной ветеранской организации «Поселение». Добрый вечер. Здравствуйте, Максим. Ну, я рад приветствовать вас в нашей студии, а нашим телезрителям я бы хотел сказать, что по традиции мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы, постараемся на все вопросы ответить. Ну, я, пожалуй, начну нашу беседу. Надежда Ивановна, вот как я уже сказал, в этом году мы праздновали юбилей Победы. А что было сделано в рамках вот этой юбилейной даты? Вы знаете, Максим, одним словом не скажешь, что сделано. У нас работа по этой программе, которая началась 5 лет назад. В год 65-летия Победы мы приняли программу «Социальная поддержка участников и ветеранов войны». И вот на протяжении этих 5 лет вот эта работа велась непрерывно. В этом году, да, конечно, были другие мероприятия, новые мероприятия, которые связаны с этой юбилейной датой. Но перечислить их, наверное, все невозможно, потому что это практически целый год, практически каждый месяц. И несмотря на то, что уже дата 9 мая, 70-летие Победы прошла, мероприятия, посвященные этой дате, продолжаются до сих пор. Это и торжественные собрания, это и встречи ветеранов с учащимися, с дошкольниками, это круглые столы, это продолжается, вот у нас очень хочется сказать, хочется даже отметить, наверное, то, что второй год проходит всесоюзная акция «Бессмертный полк». Мы в прошлом году участвовали в этой акции, в этом году, но в этом году она у нас не завершилась. Вот эти штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны по предложению Совета ветеранов были все собраны и нашли свое отражение в стене памяти. Каждый портрет повесили, у каждого портрета есть подпись, фамилия, имя, отчество этого участника войны. И мы ее так и назвали «Стена памяти». Угу. Ну, наверное, было бы логично предположить, что если подготовка к 70-летию Победы началась 5 лет назад, то, наверное, к следующей такой годовщине, к следующему юбилею начнется уже в этом году или хотя бы в следующем. Да, программа эта не заканчивается, не заканчивается внимание, которое требуется для участников войны, не заканчивается и забота о них. Нина Ивановна, а вот что касается участников, на сегодняшний день сколько ветеранов Нахабино? Максим, еще живы у нас 56 именно участников войны, 296 ветеранов войны, или как их называли, тружеников тыла, 122 вдовы, 10 блокадников. Так что поле для деятельности ветеранской организации очень большое. Мы знаем всех своих ветеранов в лицо, стараемся всегда прийти к ним на помощь, откликнуться на первую просьбу к ним. Поэтому, как говорят, наша работа идет под девизом «Никто не забыт и ничто не забыто». Ну, я думаю, что это правильно, поскольку все-таки люди, те, которые прошли вот эти события, конечно, они нуждаются во внимании, конечно, безусловно, Надежда Ивановна. А что касается тех, вот этих людей, понятно, да, то есть, ну, понятно, что нужно привлекать внимание не только свое к ним, да, но и нужно привлекать внимание других людей, а в частности я сейчас говорю о молодежи, да, потому что тот, кто не знает своей истории, да, тот, тому будет трудно в будущем, как известно, поэтому как вовлекали в молодежь вот к празднованию юбилея, какие конкурсы, какие акции, может быть, волонтерские программы какие-то были? Да, Максим, у нас в этом году на базе 4-й гимназии было волонтерское движение. Руководитель Марчук Алла Николаевна. Дети, которые вот занимаются волонтерством на общественных началах и всегда принимают участие, особенно они принимают участие в тех мероприятиях, которых
принимают участие и участники войны, и ветераны войны. Вот они были привлечены у нас во все наши мероприятия. Также у нас проходило очень много акций. У нас была акция «Спасибо деду за победу», «Спасибо за великую победу». Это у нас акция «Спасибо за великую победу» в прошлом году возникла. Мы решили во всех образовательных учреждениях поставить почтовые ящики. Угу. И чтобы дети вместе с родителями, с педагогами опускали туда просто поздравительные открытки или письма, которые мы потом передавали через Совет ветеранов. И они вместе с подарками относили, потому что, ну, люди старшего поколения, для них очень важно вот это тепло, которое идет именно от молодого поколения. Но у нас эта акция переросла стихийно в огромную акцию. Нам и родители, и дети понесли не только открытки и рисунки, но понесли различные подарки, понесли продукты для ветеранов, и коробки конфет, и крупы, и сахар, и чай. Они не знали, вот, как этим людям, ну, вот, слова благодарности сказать и как выразить свою благодарность им за это. Поэтому вот второй год у нас эта акция проходила, прошла очень успешно, и с каждым годом она все больше и больше набирает оборотов. Также традиционная акция проводит молодежь «Георгиевская ленточка». Вот в этом году было, раздали очень много ленточек и для во всех школах раздали эти ленточки и просто жителям, и участникам всех митингов. Также в этом году вот была очень хорошая акция. Во все образовательные учреждения была передана копия Знамени Победы. Администрация совместно с ветеранами, совместно с учащимися. И вот теперь у нас во всех школах, в музеях есть копия Знамени Победы. Нина Ивановна, вот Надежда Ивановна сейчас рассказала о такой замечательной акции, когда ветеранам вручались письма, вручались подарки. Сумка. А как сами эти люди, вот тем, кому вручали, реагировали на них? Вы знаете, лица, вот не передать их выражение, потому что они настолько признательны и настолько понимают, что они донесли все равно то, что они сделали для детей именно. Поэтому они очень благодарны были. Вы знаете, запомнилась картинка, когда 9 мая к участникам войны, сидящим на сцене, подошли дети и вручали цветы. Вот это запечатлела фотография. И слезы, и умиление, и же какая-то улыбка такая. Вы знаете, глаза раскрыты широко. Это очень запомнилось, запало в сердце. И им тоже, ветеранам войны. Ну вот смотрите, понятно, молодежь должна быть активной. Ну, что касается ветеранов, да, все-таки люди в возрасте уже физически тяжело двигаться, физически тяжело что-то делать. Тем не менее, активнее, чем обычно, они участвовали в подготовке к юбилею. Конечно. Победы. Конечно, однозначно. Ведь не все прикованы к постели, есть и такие, конечно, но много тех, которые регулярно и постоянно из года в год занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Очень хочется отметить таких ветеранов: Костина Андрея Андреевича, Чередниченко Бориса Ивановича, Гамзова Ивана Михайловича, Заикина Юрия Яковлевича. Вы знаете, эти люди из школ не выходят практически. На все митинги, посвященные у памятников, у досок для этих участников войны, на все праздники 9 мая они обязательно идут в школу и рассказывают о том, что принесла победа для нас, вот, современных людей, и особенно для маленьких детей. И вы знаете, их в школе дети встречают с великим уважением. Даже Жирнов, который уже очень себя неважно чувствует, он обязательно идет в школу. 1 числа сентября, на День знаний, наши ветераны в первых рядах, и их с радостью, с цветами встречают и радуются, что они все-таки к ним пришли. Угу. О чем рассказывают молодежи? Чем делятся? То есть это какие-то воспоминания? Или же все-таки, может быть, это, скажем так, с высоты, да, своего возраста, какие-то, я не знаю, пожелания молодым, может быть, так? Естественно, они делятся воспоминаниями, тем, которыми детям понятно и доступно. Но еще, естественно, они выступают вот на фоне всех этих событий, которые у нас идут в стране. Все-таки они выступают и с наставлениями.
чтобы дети понимали, чтобы дети ценили, чтобы дети уважали свою родину, чтобы не повторились вот те страшные ошибки, которые были допущены, когда были потеряны огромное количество жизней наших стариков. И все-таки они нам подарили победу за это. И это дети должны понимать, и они понимают. Надежда Ивановна. Да, можно, конечно. Я добавлю немножечко, Максим. Вы знаете, это не просто беседы, это действительно настоящие полноценные уроки. Полноценные уроки воспитания. Воспитание вот любви к своей родине, как сказала Нина Ивановна. Это воспитание любви к своему народу, к своему краю. Вы знаете, вот иногда разговариваешь с нашими ветеранами и понимаешь, насколько это патриоты своей страны. Вот огромной страны, маленькой страны, где мы живем. Это люди, которые так сильно любят свою родину, переживают за нее. И вот это они все доносят до детей. И я думаю, что это, ну, не остается незамеченным. Все равно это находит отпечаток и в сердцах, и в умах детей. Вот я как раз хотел спросить. Все-таки достаточно огромное количество в этом году было различных мероприятий, в том числе и патриотической направленности. Много встреч, как вы говорите, да, с ветеранами. Как вы считаете, вот за этот год патриотизм в молодых людях, он возрос? Как вы думаете? Я думаю, что да. Да, это налицо, это видно, вы знаете, даже вот по тому волонтерскому движению, по участию детей вот в акции «Бессмертный полк». Вы знаете, эта акция собирает с каждым годом, вот даже мы второй год участвуем в этой акции, и детей становится все больше. Люди приходят целыми семьями, несут портреты родственников и по линии отца, по линии матери, несут дядь, портреты дяди, тети. То есть люди не по одному приходят, не с одним портретом, и обязательно это приходит с детьми. Вот именно это радует, что дети в этом принимают участие. Вот мы говорим, волонтерство. В чем оно заключалось? Понятно, что это какая-то помощь, например, ветеранам на различных мероприятиях, да, посадить, встретить, я не знаю. А, например, те, кто не могут прийти на мероприятие в силу, опять же, возраста, к ним волонтеры приходили? Да, волонтеры посещали на дому. У нас не остался, ну, наверное, ни один участник войны без внимания. Волонтеры совместно с Советом ветеранов посетили всех участников Великой Отечественной войны на дому. Ну, вот Нина Ивановна сказала, что у нас сейчас их 56, на тот момент у нас их было больше 60. И каждый ветеран, ну, не был обделен вниманием. То есть каждому пришли, каждого поздравили с 9 мая, сказали теплые слова, выразили, ну, слова благодарности, свои пожелания. Поэтому вот волонтеры занимаются еще и этим. Нина Ивановна, а насколько важно вот приходить к таким людям, именно молодым людям, да, чтобы они приходили к ветеранам, чтобы они каким-то образом поддерживали? И что вообще не хватает ветеранам сегодня? Сегодняшним ветеранам не хватает общения. Многие из них одинокие. И обязательно нужно посетить, прийти к ним. Если ты долго не ходишь к ним, или молодежь не ходит, они обязательно позвонят, напомнят о себе. Потому что нужно, чтобы кто-то заботился о них. А больше всего словесное общение, вот это, когда человек выскажет свою боль, свои какие-то, как сказать, недостатки какие-то, покажет на что-то. Они ведь, знаете, они наблюдательные. Они очень хотят, чтобы донесли и мы до администрации что-то, то, что они заметили. Потому что они неравнодушные люди, поэтому мы стараемся всегда их посетить. Вот в канун Дня пожилого человека молодежь совместно с ветеранской организацией ходила по домам, поздравляла их, вручали открыточки, маленькие подарочки, цветы, поздравляли. И нельзя было уйти, невозможно. Вот в одну минуту нужно обязательно поговорить с человеком. Или по телефону позвонят в ветеранскую организацию, нужно поговорить. А о чем? Вот вы говорите, ветераны что-то замечают и хотят, чтобы через Совет ветеранов какие-то вопросы, какие-то проблемы были донесены до администрации. А что конкретно, да, что их беспокоит? А вот вы знаете, у нас есть люди, ветеран, участник Великой Отечественной войны Новикова. Он каждую осень, старательно следя за своим здоровьем, помогает и другим. Он обратился и в администрацию, и к нам пришел с просьбой, чтобы сделали прививки им на улице Парковой. Там микрорайон такой старенький, уже людей много. Поликлиника выделила туда медработника и делали прививки на дому.
Они замечают, что где-то, в общем-то, непорядок, где-то мусор, где-то что-то. Они обязательно позвонят, скажут, попросят какие-то вопросы по ЖКХ или к соцзащите. Мы обязательно стараемся донести и ответить им на эти вопросы. А как быстро администрация реагирует вот на такие сигналы? Знаете, быстро. Да, Максим, стараемся быстро, потому что это та категория, ну, на которую надо реагировать обязательно быстро. И сразу. Это люди, которые стараются сделать жизнь в поселении лучше. Поэтому это то, на что надо обязательно реагировать. Понятно. Не могу обойти стороной какую-то материальную сторону вопроса. Да, понятно, что были какие-то подарки, но были наверняка какие-то надбавки к пенсии в связи с юбилеем. Об этом тоже можно сейчас рассказать. Ну и что еще? Может быть, какой-то ремонт в квартирах, может быть, какая-то бытовая техника была подарена. Что было сделано вот в этом направлении для ветеранов в честь юбилея Победы? Вот, Максим, мы уже сказали, что год 70-летия Победы для нас начался давно. Да, понятно. Да? Но вот план к 70-летию Победы мы реализовывали 2 года. Прошлый, 14-й год и этот год, он отличается тем, что закуплено гораздо больше бытовой техники для ветеранов. Если раньше в программе старались удовлетворить запросы только участников войны, потом рамки были расширены. Включили сюда и другие категории ветеранов. То есть труженики тыла, да, труженики, узники. Да, труженики тыла, узники, вдовы. И все эти категории в этом году получили бытовую технику, на которую был запрос. Вот если вы мне позволите, я скажу, что только за 2015 год, за этот год, начиная с января по 1 ноября вручена 61 единица бытовой техники. Это 16 телевизоров, холодильников, 10 телевизоров, 11 пылесосов, 16 стиральных машин, 7 микроволновых печей и 1 мультиварка. И это еще не все. Техника закуплена, техника стоит у участников войны, у ветеранов. И только по первой просьбе ветерана, участника войны, жителя старшего поколения, мы эту технику развозим. Кроме этого, у нас прошли выплаты. Участникам войны выплачено по 5 тысяч к 9 мая. Труженики тыла получили по 2 тысячи рублей к 9 мая. Кроме этого, участники битв у нас получают по 3 тысячи рублей. Выплаты, надбавки к пенсии – это участники Курской битвы, участники Сталинградской битвы, защитники Ленинграда. И вот сейчас, в канун битвы под Москвой, у нас тоже они получат эти выплаты. Кроме этого, как всегда, для ветеранов войны у нас организована подписка на периодические издания и ремонты. Вот в этом году сделаны ремонты и участникам войны, и ветеранам. Значит, сделаны 2 участникам войны ремонты, 2 вдовам участников войны, 2 несовершеннолетним узникам, труженику тыла и жителю блокадного Ленинграда. И это еще, я уже сказала, что не предел. На следующий год у нас также заложены деньги и на ремонты, и на бытовую технику. Программа продолжает работать. Понятно. Ведь президент, да, Владимир Путин издал указ о том, чтобы обеспечить всех ветеранов хорошими жилищными условиями. В Нахабино вот данное поручение, оно уже реализовано? Ну, имеется в виду, то есть у всех ветеранов есть свое жилье, свои квартиры и так далее, и так далее. Но ветераны, которые стоят на очереди, понятно, которым да. положено это по всем законам, они получают жилье, или ветераны, которым, ну, может быть, не положено это жилье, им, если они просят, им делаем ремонты. Угу. Большая была работа проделана, насколько я знаю, в Нахабино по реконструкции памятных мест, мемориалов. Давайте, опять же, осветим, что конкретно было сделано, где, ну и, может быть, что еще предстоит. Я начну немножечко издалека. В 2013 году мы издали в Нахабино свою книгу памяти. Книгу о памяти жителей городского поселения Нахабино, не вернувшихся с полей сражений или
пропавших без вести. И когда мы работали над этой книгой, вот совместно с Советом ветеранов, выявили новые имена, которые увековечили в книге памяти, но когда стали проверять списки, которые у нас на памятниках в Нефедево и на памятнике павшим нахабинцам на улице 11 саперов, выяснилось, что увековечены не все. Поэтому было принято решение, что на улице 11 саперов реконструировать памятник, добавить еще одну часть к этому памятнику, где увековечить всех, кого вот мы нашли, жителей нашего поселения. Там увековечено в настоящий момент 119 жителей, дополнительно наших жителей поселения. И жители деревень Желябино, Нахабино, Желябино, Нефедево и Козино, да, наше, они, их родственники заявили желание, чтобы эти имена были увековечены в Нефедево. И там увековечено у нас вот к 9 мая еще 5 жителей Нахабино. Кроме этого, как всегда, у нас не было ни одного года, чтобы не производился косметический ремонт всех памятников и мемориальных досок. Все приведено в порядок в этом году, как всегда. Вот два основных памятника реконструировано. Также еще у нас в этом году прошла реконструкция двух захоронений в Козино. Воинам 9-й гвардейской дивизии и неизвестному солдату. Там реконструировано, тоже приведены в порядок полностью эти два захоронения. Нина Ивановна, а вот смотрите, да, выясняется, что все-таки вот так получилось, не все, к сожалению, войны попали тогда в книгу памяти. Сегодня это упущение, оно устранено. Это связано наверняка с работой в архивах, да, в каких-то определенных. Вот что касается Совета ветеранов, как он работает вот с этими архивами, да, как выясняет, может быть, выходит с какими-то интересными предложениями, инициативами. Ну, вот эта работа по увековечению 119 человек на памятнике на 11 саперов была, в общем-то, организована и проведена совместно с администрацией, именно Советом ветеранов. Обращались и в военкоматы, сидели люди, помогали молодежь через районный совет ветеранов. Все эти имена были выявлены, напечатаны, увековечены на данный момент. И мы стараемся собирать еще воспоминания всех людей, которые живут в Нахабино, если мы что-то упустили. Особенно наши участники войны стараются помочь в этом вопросе, беседуют, потому что у них память длиннее, чем наша. Они знают больше людей, чем мы. Поэтому вот эта работа, она не заканчивается и до сих пор. Так что мы стараемся вспомнить все и постараться не завершить хотя бы, но, как сказать, довести до людей. И обращались к ним с просьбами, Владимир Евгеньевич, через печать. Люди обращались. Ветераны. А есть какие-то поисковые организации в Нахабино, которые могут помочь вот в таких начинаниях? В Нахабино есть у нас «Реликтопоиск», поисковая организация. Они сами занимаются этим, но когда мы к ним обращаемся, они нам помогают. Угу. Ну вот, например, да, ведь есть люди, которые пропали без вести, может быть, ведется работа по нахождению, да, может быть, место захоронения, где такие люди, где они были убиты, да, или где пропали, может быть, хотя бы ориентировочное место, или все-таки этим лучше заняться родственникам? Сейчас очень хороший сайт есть, Максим, «Подвиг народа». Вот туда можно зайти и забить фамилию, и найти все данные, если они там размещены. Мемориал, да. Да, угу. Мемориал, «Подвиг народа». Очень хороший сайт. Вот мы как раз его использовали на тот момент, когда готовили книгу памяти. Угу. То есть сейчас достаточно много и литературы, да, много рассекреченных каких-то документов. Да. Кстати, вот в этих документах, я думаю, также, наверное, работали наверняка. Ну, вы знаете, не всегда доступно. Вот у нас есть та самая женщина, которая обращается. Отец ушел во время войны в самом начале и пропал. Велась переписка. Мы еще раз сами обращались в Подольский военкомат, на фонд, на мемориал, в мемориал заходили в интернет. Но пока никаких вот ей помощи, никакой помощи мы реально не смогли достать. Наверное, еще не все рассекречено. Поэтому будем надеяться, что все это найдется, и люди обретут покой, и родственники тоже.
5-6-2-2-0-28, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о том, как юбилейный победный год отметили в городском поселении Нахабино. Нина Ивановна, вот смотрите, администрация, как уже Надежда Ивановна сказала, ежегодно выходит с такой инициативой, да, скажем так, косметического ремонта памятников, да, каких-то дополнений, еще чего-то. А сами люди пожилого возраста, ветераны, они предлагают какие-то инициативы, может быть, по созданию новых каких-то мемориалов или новых каких-то памятных мест, которые связаны как раз с победой или с Великой Отечественной войной? Ну, вы знаете, у нас в Нахабино достаточно улиц и памятных мест, памятников много. Поэтому ветераны чтят то, что пока есть. И если пока особо мы не ставили такой конкретной цели, но у нас строятся новые улицы, новые дома. И я думаю, что в перспективе мы будем выходить с обращением, присвоить звание, либо мемориальную доску повесить на доме, либо улицу назвать. Потому что у нас много достойных участников войны и героев, которые должны быть увековечены. Mm-hmm. Да, Максим, еще вот ветераны как раз обращались тем, что совершил подвиг дивизии генерала Белобородова в наших краях. И поэтому вот сегодня я как раз увидела на сайте администрации Красногорского муниципального района, что уже есть постановление Бориса Егоровича Рассказова, что одну из новых улиц назвать именем генерала Белобородова. Я думаю, это и будет замечательная инициатива. Да, если будет улица, естественно, там будет и мемориальная доска в честь этого героя, генерала. Угу. Нынешний год, он объявлен годом литературы. Да? И что с литературной жизнью в Нахабино происходило в этом году? Я думаю, что наверняка львиная доля тех изданий, которые были сделаны именно в Нахабино или выпущены в Нахабино, они касались именно Великой Отечественной войны, победы. Да, у нас 5 лет назад... Я все возвращаюсь к тому, Максим, был запущен очень хороший проект, который мы назвали «Литературно-краеведческий альманах. Диалог поколений». Мы его не случайно назвали «Диалог поколений», потому что большая часть материалов здесь шла от ветеранской организации, от ветеранов, о ветеранах, их воспоминания. И в этом году, естественно, этот альманах был посвящен 70-летию Победы. Но, наверное, самое главное в этом альманахе были первые страницы. Страницы, на которых размещены фотографии всех наших ныне живущих участников войны. Вот благодаря Совету ветеранам, председателем первичек, были собраны фотографии участников Великой Отечественной войны. И мы постарались сделать это так, чтобы была фотография молодого участника войны и рядом фотография этого участника войны в настоящее время. Можно еще перевернуть. Да, конечно, перевернем обязательно. Да, все до одного участника войны были здесь размещены, вот, живущие на тот момент. Поэтому это было самое главное. Очень хорошая информация прошла о всех наших памятниках, о всех наших местах исторических, о всех наших захоронениях. Поэтому этот альманах был полностью посвящен Великой Отечественной войне и событиям. Кто был автором всех статей, да, может быть, каких-то рассказов? Кто писал? Это Совет ветеранов старался? Или это историки какие-то нахабинские? Кто это делал? Ну, Максим, у нас пишут все в этот альманах. Сами ветераны. И Совет ветеранов писал. В начале у нас есть статья Юрия Анатольевича Фокина, первого заместителя, который вот как раз это то, о чем вы смотрите, информация о всех наших местах, обо всех наших памятниках. Также у нас есть замечательный историк Каревский Анатолий Алексеевич. Он нам в каждый журнал дает очень интересную информацию о мероприятиях, о всех событиях, которые происходили на нашей земле. Он обязательно связывает это с семьями, обязательно связывает с историей Нахабино и со всем, что происходило вот на тот момент.
Поэтому молодежь не писала? То есть, может быть, какие-то научные работы делали? Нет? Нет, не было. Молодежь у нас участвует, как правило, у нас есть в конце альманаха страничка, которая называется «Поэзия». Угу. И вот там у нас есть стихи. Вот если вы песни, посмотрите, стихи о войне, песни, да. Стихи – это дети, которые написали стихи, а положено уже на музыку учителями. Есть дети, которые сами свои стихи положили на музыку. Прекрасные рисунки. В основном здесь у нас вот в последнем сборнике приняли участие 4-я гимназия. Я думаю, что замечательная инициатива, поскольку очень важно, чтобы народ знал свою историю, знал своих победителей, что называется, в лицо. Да? Но ценность этих журналов, наверное, в том, что здесь вся история именно Нахабино. Мы очень редко уходим куда-то от нашего края, а в основном все материалы, которые здесь размещены, они касаются нашей истории. Где можно достать вот такие издания? Потому что, я так понимаю, они достаточно ограниченным тиражом издаются. Вы знаете, Максим, изначально мы сделали, у нас каждый год этот альманах издается по 500 экземпляров. В этот год юбилейный мы дополнительно сделали все альманахи, все 5 номеров, еще по 30 штук. И поняли, что этого мало. И вот сейчас мы еще по 100 штук этих альманахов заказали. Мы их передали в библиотеку, передали в образовательное учреждение. На каждых мероприятиях, где у нас участвует молодежь, мы вручаем молодежи эти альманахи. Те, кто принимали участие в создании, кто поместил здесь свои статьи и рассказы, мы им обязательно вручили. Каждый участник войны, который здесь размещен, у нас к 9 мая получил такой альманах. Некоторые даже просили для своих детей или внуков. Поэтому мы стараемся всем жителям, кому это интересно, а это интересно очень многим, и молодежи, и пожилым, и жителям старшего поколения, все получают эти альманахи. Нина Ивановна, как мы видим, есть статьи тех же ветеранов, воспоминания. А много ли вообще в Совете ветеранов талантливых авторов, которые не один год, а на протяжении многих лет пишут, что-то вспоминают, что-то, может быть, изучают, как-то, скажем так, обучают молодежь, рассказывают ей об истории родного края? Много. У нас при Совете ветеранов работает кружок или объединение литературное, как мы его называем, лиропроза. Возглавляет его Андрей Владимир Николаевич. Он человек неравнодушный, сам пишет стихи, сам автор многих песен. И среди участников войны активную работу вели в этом плане, можно сказать, 2 участника войны. Пирогов Иван Григорьевич, его уже нет с нами, он издал книгу своих стихов под названием «Пережитое». Жирнов Сергей Васильевич очень много стихов написал. Он каждый год на всех мероприятиях выступал со своими стихами. Они на свои круглые столы привлекают молодежь, которая приходит и всегда слушает с вниманием, что написали, потому что там и слезы, и боль, и все воспоминания изложены в этих стихах. Поэтому эта работа продолжается и ведется практически ежедневно. Помимо литературного творчества, чем еще стараетесь увлечь пожилых людей? И наверняка же в этом году какие-то, может быть, внутренние конкурсы, какие-то внутренние занятия опять же были посвящены победе. Вы знаете, у нас при Совете ветеранов работает кружок шашки-шахматы обязательно. Приходят не только старые ветераны, но приходят и дети. Занимаются, увлекаются с удовольствием, учатся всему. То есть опыт передают старшие, да, конечно, младшему, конечно, поколению. Есть девочка, которая пошла в этом году в первый класс, она фору даст любому старику, то есть она уже учит. Вот так уроки пошли на пользу. То есть стратег юный. Да. Работает кружок у нас «Здоровье», куда ходят женщины, стараются поддерживать себя, занимаются по средам, с удовольствием ходят. Но поделки разные, пока вот сейчас еще осень, и я так думаю, сейчас уже потянутся. Приходят просто поговорить, чай поставить, поговорить по душам, поделиться своими воспоминаниями. Кстати, опять же, что касается чая поставить, наверняка нужно купить какие-нибудь сладости, печенье, я не знаю, что там. Конечно. Обязательно. Администрация помогает Совету ветеранов для того, чтобы была возможность угостить пожилых людей? Собраться. Да,
собраться. Да, Максим, администрация всегда идет навстречу, всегда помогает, как только Совет ветеранов говорит о том, что у них намечаются мероприятия, что у них собираются ветераны, они обязательно, да, обязательно об этом говорят, и мы им стараемся помогать. А если поехать куда-нибудь, вот, например, опять же, юбилейный год, да, много различных мероприятий проходило в Москве, да, причем с участием также ветеранов из Московской области. Нахабинские ветераны куда-то выезжали в этом году? Да, два человека ездили, наших Черниченко и Пилипенко, ездили на Парад Победы 9 мая на Красную площадь. Мы были на приеме у Рассказова Бориса Егоровича вместе с ветеранами. Ездили на встречу в Крокус-Сити с китайскими товарищами, возили мы своих ветеранов. То есть они активны, они продолжают встречаться. И очень часто, если они долго им не позвонили, сами забегают на огонек в Совет ветеранов. И говорит, что-то я долго давно не был. Поэтому мы стараемся. У нас вот с помощью администрации есть хороший спонсор. Магазинчик «Аргунь», который нам дает талоны, где мы можем купить печенье. Ну, все такое, что к чаю. То есть, человек, если пришел к нам, то мы не просто будем разговоры разводить, а поставим и угостим его чашкой горячего чая. То есть, голодным никто от вас не уходит? Нет, конечно. Замечательно. Да. Подсказывают мне, к сожалению, что не так много времени у нас остается до окончания эфира. Поэтому хотелось бы подвести вот такой итог. Я был в Нахабино как раз в дни 9 мая, да, в день празднования, в день юбилея Победы. Действительно, было много площадок, много людей, много всяких замечательных, я не знаю, концертов, аттракционов. Понятно, что это был год юбилейный, и он был, отмечался, ну, я не знаю, с большим размахом. Но, тем не менее, уже накануне следующий год, и он хоть и не юбилейный, но, тем не менее, ветераны-то остаются, и пожилые люди остаются, и наверняка им также хочется 9 мая праздника. И я знаю наверняка, что работа, опять же, как вы уже сказали, не заканчивается. Тем не менее, что у нас запланировано на следующий год, то есть какое внимание будет оказано вот именно этой категории граждан? Знаете, Максим, планка поставлена. И ниже уже, несмотря на то, что юбилейный год прошел, ниже опускаться нельзя этой планки. Поэтому мероприятия все равно будут проходить. Забота и внимание не уменьшатся к участникам войны. Я уже сказала, что продолжает и уже утверждена главой нашего поселения на следующий год программа «Забота о старшем поколении». Уже прошла подписка на следующий год ветеранов. Уже запланированы ремонты. На следующий год, вот на данный момент, выделено более 1,5 миллиона на реализацию этой программы. Будет закуплена бытовая техника. Если будут обращаться, будут произведены ремонты для участников, заменено газовое оборудование. Мероприятия как проходили, так они и будут проходить, и меньше их не станет. Внимание к ветеранам и к жителям старшего поколения обязательно будет проявлено. Ну, а сами ветераны, Нина Ивановна, как будут готовиться? Мы с удовольствием, мы единственное молим Всевышнего, чтобы он им продлил еще жизнь за те тяготы, которые они прошли. И хотим, чтобы и достойно встретили еще и 71-ю годовщину. Будем стараться... И 75-ю, и 75-ю, само собой разумеется. А мы стараемся сделать для них все, чтобы обеспечить им достойную старость. Вы знаете, Максим, большой плюс, что это очень позитивные люди. Люди, которые испытали на себе очень тяжелые годы, прошли через эти тяжелые годы. Вы знаете, это люди, которые приходят с позитивом, от которым хочется заряжаться этим добром, этой энергией положительной, только положительная энергия. Поэтому это должно продлиться как можно больше. Ну, я думаю, что эта положительная энергия, она передается в первую очередь и вам, тем людям, которые постоянно работаете вот с этой категорией граждан. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы, во-первых, нашли время, пришли и рассказали о вашей работе. Во-вторых, вот как раз за эту вашу важную и нужную работу. Дорогие друзья, ну а вам хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас были Надежда Ивановна Стебунова, начальник отдела культуры администрации городского поселения Нахабино, и Нина Ивановна Орлова, первый заместитель председателя территориальной ветеранской организации городского поселения
населения Нахабино. Для вас сегодня в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Всего доброго.